Сначала нас встречали в Самарканде, разместили в гостинице, полностью была обзорная экскурсия по городу, осмотр всех древностей, вот, как бы нам очень понравилось. Дальше мы приехали в Ходжанд, в Ходжанде все отравились поголовно, полностью лежали все пластом с температурой там, это был ужас какой-то. Вот, ну, подлечились и дальше в путь. Вот, трафик туристов идет по Великому Шелковому пути, начиная с Китая и кончая Европой. Огромное количество туристов, множество просто на велосипедах, пешком, на машинах, там, любым видом транспорта путешествуют. Огромное количество людей. И вот клеят вот эти наклейки на память о том, что вот они здесь были, или метка о том, что вот, например, данный клуб был здесь, и вот здесь это место хорошее. Где вот эти красивые горы, это называется Фанские горы. Вот, это мы приехали сами, нас там никто не встречал. Там находится высокогорный альпийский лагерь, вертикаль называется. Вот, это горное озеро, полностью горная местность. Мы там пробыли сутки и уехали в Душанбе. Вчера приехали в Душанбе, разместились в хостеле. Сегодня у нас подготовка к Памиру, день подготовки, потому что сказали, там такая трясучка. То есть надо, мотоциклы должны быть подготовлены полностью.